Всем привет! Хочу поделиться с вами кадрами, которые я сняла на видео при изготовлении одного крупного интересного заказа. Мы часто делаем тарелки для ресторанов, и в этот раз набор из 10 больших тарелок уехал в город Темрюк украшать ресторан «Золотая лива». В этой композиции имеются 7 больших деревянных тарелок диаметром 40 см, а также несколько тарелок 32 см. Что самое удивительное, так это то, что роспись, выполняемая на дереве, имеет такой же зеркальный глянцевый блеск, что на керамике. Этот блеск достигается за счет нескольких важных моментов. Во-первых, тщательная шлифовка и грунтовка дерева в 3, а то и больше слоев. Затем белый грунт снова шлифуется до блеска. И второй момент – использование сверхглянцевых акриловых красок в сочетании с высокопрочным глянцевым лаком. Мне очень нравится, как блестит дерево в результате проделанной работы. Блеск даже сильнее, чем у фарфора. А как вам такой результат? И еще, пока не забыла, одно из важных преимуществ деревянных тарелок – можно для работы выбрать максимально большой размер изделия, не нагружая в своем весе, за счет того, что дерево гораздо легче керамики. В конце завершающий этап. Покрываем тарелки объемными акриловыми контурами. Вот такой глянцевый блеск получается у нас на тарелках диаметром 40 см. Мне очень нравится этот блеск, как переливается, блики играют на свету.